Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Race Clicker на автопобеды. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Star. Также ссылка на него будет в описании, то есть на сам сайт. Переходим по ссылке. Сначала выполняем задание. После этого вас перекидывает на данный сайт. Если у вас нету чита, заходим в Exploits. И здесь выбираем чит, который больше вам понравился. Star либо Splash. Star без ключа, Splash с ключом. Сегодня буду показывать Star. Далее, возвращаемся обратно. Также, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну из этих реклам. На сайте буквально побудьте 10-15 секунд и можете выходить. Далее, в поиске пишем Race Clicker, нажимаем поиск. И на данный момент пока что есть только два скрипта. Возможно, в будущем их будет больше, но пока существует только два. Больше пока еще не создали. Буду показывать второй по счету, где 95 скачиваний. Нажимаем кнопочку «Скачать». Далее еще раз «Скачать». И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в режим. Запускаем чит. К сожалению, скрипт работает только на DLL от VRDevs, то есть заходим в настройки и выбираем, то есть не VRDevs, а CRNDL, ошибся. Вот, короче, на VRDevs я пробовал, и почему-то, к сожалению, он не работает. То есть я когда только, как я только нажимаю кнопочку Xcode, у меня вылетает с игры. Я пробовал раз 10, и каждый раз вылетало. И работает он только на CRNDL. CRNDL, если что, используется с ключом. Получается, мы нажимаем на кнопочку Inject, у вас появляется окошко, если вы еще ключ не получали. Копируете в этом окошке ссылку. Так, почему-то Inject не прошел. Еще раз нажимаем. Вот, все получилось, отлично. Вот это окошко у вас открывается, вы копируете ссылку, далее вставляете ее в браузер, ждете 15 секунд, проходите капчу. Потом опять ждете, и так, короче, нужно сделать 4 или 5 раз, плюс-минус, где-то так. И на последний раз у вас покажется ключ. Вы этот ключ вставляете в это окошко, которое открылось, и нажимаете кнопочку Enter. И все, у вас происходит инжект. Далее вставляем скрипт, сам чит, и нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот он появился. В принципе, довольно простой скрипт. Здесь только одна функция. Ну, не одна. Ну, короче, эта функция позволяет вам накручивать победу без бега. То есть другие бегают и получают эти победы. С помощью скрипта, сейчас покажу, как это происходит. Мы его включаем, и вы тпхаетесь по вот этим дорожкам разного цвета, и тем самым зарабатываете себе автоматически вот эти победы. Пока что почему-то особо не прибавляется. Вот, сейчас прибавилось, плюс 100 побед, и плюс 1000 прибавилось, отлично. Далее, чтобы, получается, выключить эту функцию, мы ее выключаем и делаем reset. Все, сделали. Сейчас, по идее, должно закончиться. Да, все, фарм остановился, отлично. Успел еще плюсом себе 100 побед заработать. Также есть... дневная награда, давайте соберем. Ага, понятно, не могу собрать. Так, нажимаем клики. То есть кликаем на экран. И, как видите, скорость прибавляется. То есть эти победы настоящие. Они у вас не пропадут. То есть даже если вы перезайдете в игру, они у вас останутся. Давайте, в принципе, откроем вот это яйцо. Посмотрим, какой питомец мне здесь выпадет. Выпал комоновский. В принципе, это яйцо могу 5 раз открыть. Давайте его 5 раз откроем. Может быть, повезет. Выпадет какой-нибудь крутой питомец. Редкий. Вот, уже лучше. Анкомонка выпала. Отлично. И получается, последнее яйцо открываем. И надеемся на редкого пэта. Ну, к сожалению, выпала анкомонка. Не повезло. Ладно, значит, одеваем анкомонку. Не знаю, сколько здесь питомцев можно одеть. Давайте проверим.
Ага, три питомца можно одеть. Отлично. Вот они у меня оделись. Все четко. Далее включаем опять эту функцию. И смотрим, сколько мне побед будет прибавляться за счет этих питомцев. Или они скорость дают? Да. Угу. К сожалению, как видите, питомцы дают только скорость. То есть победы с помощью них нельзя накрутить. Ну, печально, но хорошо то, что эта функция, в принципе, за вас все делает. Вам ничего делать не нужно. Просто можете ФК стоять и фармить вот эти победы. Так, ладно, давайте пока выключим. Далее. Оставшиеся функции. Это у нас антиавк. То есть мы ее нажимаем. И вы можете идти погулять, не знаю, там покушать, себе чай сделать, попить и так далее. То есть по истечении 20 минут у вас не вылетит игра. Потому что, насколько вы знаете, если афакашить, то через 20 минут у вас вылетает игра. С помощью этой функции она вылетать не будет. И далее последняя функция — это отдаление камеры. То есть можно отдалить, можно приблизить вот так. Ну, то есть кому как удобно. Можно вот так на максимум сделать. В принципе, довольно прикольно выглядит. Ну, не знаю, типа я этой особой функцией не пользуюсь. В принципе, если она вам нужна, можете пользоваться. Но особо от нее толку нет. Ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также пользуйтесь моим сайтом. Напомню, то, что ссылка на него будет в описании. На этом все. Всем удачи. И пока.